Всем привет, с вами Орхидея Мира, и хочу вам показать качество молодых растений, которые к нам приехали. Несмотря на погоду, качество отличное, растения хорошего размера. Немножко покажу даже по сортам, возможно, сделаю подробное видео уже с понедельника. Это у нас Клеопатра. Отличные растения, хорошего размера. Это у нас Кэнди 3. Как видите, немножко отличается и цвет листьев, и размер. И это у нас Хани. Очень классные листья. И, наверное, это самые крупные растения из всей поставки. Растений очень, девочки, много. Все показывать не буду, потому что, в принципе, они одинаковые, все листики. Чуть-чуть кто-то светлее, чуть-чуть темнее, чуть-чуть меньше, больше. Ну, в общем, все как всегда. Поэтому, пожалуйста, кто хочет себе получить таких прекрасных малышей, пишите. Многие сорта еще есть в наличии, и отправки будут, как только будет у нас какое-то окошко. Мы отправляем при минус 2. Растения хорошо доезжают, если они сухие. Поэтому пишите Вайбер, пишите в Фейсбук, в Инстаграм, связывайтесь, как вам удобно. Покажу еще вот корни. Корни сухие практически всех растений. Вот классный пример, когда мокрые корешки и сухие, они такого серого цвета. Еще раз показываю общий план части растений. Поэтому милости просим, все класс, все приехало, пишите, звоните, бронируйте отправки немножко позже, как только будет окошко. Всем хорошего дня, и вот еще вот пошел наш охранник всех цветов. Всем пока!